Ой, как рада видеть. Привет, присаживайся, пожалуйста. Привет, привет, привет. Сюда или сюда? Сюда, конечно. Окей. Да. Самое сложное – это беседовать с коллегами-телеведущими. Ты ведь теперь тоже телеведущий. Даже почти телезвезда без пяти минут. Да, ну и как тебе это там? Ну, просто обалдеть. Люди узнают по улице, да, раздают цветочки. Девочки там поцелуйчики раздают, чепчики в воздух бросают. Я тебе завидую. Мужчина аплодирует, сигналит с машин, все такое. Давай поговорим вначале на более серьезные темы. Ну да, конечно. Да, конечно, предвыборная кампания, с нее хочу начать. Ага. Она у нас, по идее, вроде как началась. Вроде бы будет, да? Вроде уже даже как бы началась. Смотрю, уже есть и первые кандидаты в кандидаты, да? Угу. Так, то есть зарегистрированы первые группы. Вот как тебе вообще этот состав? Пока, как я вижу, идут одни лидеры, знаешь. Честно говоря, ощущение омерзительное, потому что в условиях узурпации государственной власти рассчитывать на сколько-нибудь корректную гонку бессмысленно. Как захочет Плохотнюк, так и будет. Чтобы сразу телезрителям было ясно. Ну, ты предполагал, что будет такой состав? Вот меня мало там что удивило. Ну, конечно. Ну, конечно. Все же давно заявили, они же все чемпионы. Не, ну не все. Вот власть долго определялась с кандидатом. Ну, Марьяна Ильич уже настолько уже, как, ну, потрепанный, как сказать, уже настолько немодный, настолько вчерашний, что... Ну, я знаю, что он хочет. Это всем известно много лет. Ну, наверное, Плохотнюк сказал, ну, давай, Марьяна Ильич, еще раз побегай, покрутись, повыпендривайся на телевизорах, все равно проиграешь. То есть вот так вот? Ну, да. Это был главный мотив, это желание самого. То есть перед уходом на пенсию Марьян еще раз поучаствует? Хорошо. На политическую, так он был парень молодой. Ну, понятно, да. Да, да. То есть говорить о его шансах, я так понимаю, что... Ну, я не думаю, что для тебя всемогущий Влад Плохотнюк сможет сфальсифицировать, я не знаю, 30 или 40%, слишком много, чтобы подкатать их под Марьяна. А ты знаешь, вот очень многие говорят уже о фальсификациях. Ну, как же. Причем начинаются со списков, да? То есть вот эта история, что у нас получается... Да, желаю. Я эспрессо маленький. Мне... С молоком. А нет, без молока. Без молока. Мне американо. Спасибо. Началась эта история с того, что у нас, получается, избиратели больше, чем жители. Ну, так как-то в некоторых... Ну, это постоянная история. А скажи, к сожалению, это постоянная история. Все власти манипулировали списками, это известно. Никогда не удавалось перед выборами актуализировать их. Это, к сожалению, старая болячка и старый трюк, так сказать. Ну, вот ты знаешь, вот об этом говорят. Сегодня, кстати, появились новости, что людей принудительно заставляют подписываться за Марьяна Лупу в качестве кандидата. Они контролируют все госпредприятия, они контролируют многие структуры, министерства, ведомства и так далее. Конечно, эти все люди будут насильно выводиться на выборы, и они обязательно устроят карусель и будут проверять каждый голос. Вот что в этих условиях может сделать оппозиция? Посмотри, все об этом говорят, да? То есть уже говорят, вот это, вот тут возможно. Все-таки. Я не знаю. Революцию после выборов скажут, а выборы сфальсифицированные. Пойдем по накатанному сценарию в постсоветском пространстве, когда возмущенные избиратели вместе со своими лидерами из оппозиции будут скидывать власть. Это единственное. И хватит ли духу у нынешней оппозиции, я сомневаюсь, честно говоря, потому что, ну, если бы было достаточно духа, потому что денег достаточно, админресурса достаточно, шоу-биза у них, так сказать, сколько угодно, но, в общем-то, пошумели годик, и результат ноль. Ну, а я бы не сказала, что совсем ноль, хотя нет, это твое мнение. Нет, я имею в виду в том, что власти удержались, то, что они там набрали себе очки на этих протестах. Ну, правильно, набрали, да, это верно. Ну, ты заговорил вот об этих революциях, но ты прекрасно знаешь, что главные движущие силы, наверное, это были не те люди, которые, собственно, эту революцию делали, да, это был внешний фактор. На мой взгляд, да, это так. Да, да. Вот если будет заинтересованность в этом, то но тогда пока американцы крышуют Плохотнюка. Пока так, что
У нас тут один внешний фактор, специалист по революциям в постсоветском пространстве, американцы. Так что в этом случае я наоборот думаю, что они совсем даже не желают этого. Но если серьезно, то, ну что, вот Игорь Дадон, например, говорит, что для того, чтобы выиграть, и он прав в этом отношении, что нужно оторваться от второго кандидата на очень значительный процент, то есть 10-15%, ну дай бог. Хотя я не думаю, что власти позволят так легко. С другой стороны, мы уже все об этом пишем, говорим. Ну, проскочит кто-нибудь из оппозиции в президента, а у Плохотнюка парламентское большинство. И предложит своего кандидата. И дальше что? Ну, дальше оппозиция будет говорит, что самое главное, что для чего им нужна фигура президента, для того, чтобы этот человек мог как-то влиять в нужный момент, ну, он да. смог, значит, спровоцировать роспуск парламента или там другими какими-то путями, но досрочный выбор. Только оппозиционный президент как лидер народных протестов. Да? Вот президент дает заявление Киртуаке или как его, Дарину, да, в Приморье, да, заявление СИМ. Оповещаем вас, что такого-то числа я и мои сторонники намереваемся провести мирный, там, мирное шествие или протест. И все. Вот. Это единственная фишка, значимая для будущего возможного кандидата от, или президента от оппозиции. Потом у президента есть хороший рычаг. Он может в любой момент прийти в парламент с выступлением. Вне каких там, он никого не спрашивает. Просто оповещает, приходит и выступает. Так это же можно очень круто сделать. Можно постоянно, хоть каждую неделю, хоть каждый день держать речи перед парламентом в прямом эфире. Это тоже хорошая фишка. То есть, по-моему, еще может отправить любого министра. Нет. К сожалению, почему? Нет. Смотри, потому что по закону о правительстве предлагает смещение с должности премьер, а президент подписывает указ. То есть воля исходит, инициатива исходит от премьер-министра. Вот такая у нас модель. То есть ты считаешь, что все-таки он будет не вправе? Ну, не вправе, и поэтому, и потом... Было же решение Конституционного суда, помнишь, Снегур, Скрянга, вот да, президенты да, ну, были. Да. Тогда, хотя... да нет, это же было после... Это было при Снегуре. При Снегуре, тогда... тогда еще, наверное, уже после Конституции. Я уже не помню точно год, но, видимо, и тогда была та же норма, потому что президент дал указ, но по собственной инициативе. У него не было бумаги от премьер-министра, тогда был Сангели, по-моему. Да, тогда был Сангели премьером. Хорошо, ну вот смотри, кандидатов у нас, ну я уже где-то так примерно, изъявивших уже что-то около 10 так примерно. Будет еще больше? Конечно, будет. Будет в много городе много сумасшедших, так-то, так что. Будет много спойлеров. Или романтиков. Ну, хочется спросить о тебе в этом контексте. Знаешь почему? Потому что интервью дал лидер твоей партии. А, ну какое интервью? Там эти девочки, наверное, с трибуна МД, по-моему, позвонили. Он сказал, ну, пока ничего не решили. Если что, решим. Мы вам... Нет, он сказал по-другому. Ты сейчас лукавишь. Он сказал, что Юрий Рожко это лучший президент для Республики Молдова. Уважаемый президент, это так. Я лучший президент Республики Молдова. Но, к сожалению, я не иду в кандидаты. Я не хочу участвовать. Я тебе как-то говорил в шутку, что я согласен на роль диктатора, никаких проблем. Нам нужна авторитарная власть, и я знаю, как это делать. Но сейчас основные кандидаты – это люди, у которых есть много денег и зачастую внешняя поддержка. У меня такого нет, и я не столь наивен в моем возрасте просто гоняться за голосами, когда шансов нет. Ну, ты делал ведь это несколько раз, когда шансов у тебя было мало, ты пытался вернуться в активную Конечно. Политику, и ты Конечно. Понимал... Конечно, меня удачно обокрали. И я понимала, да, что все это, собственно говоря, вряд ли закончится положительным для тебя результатом, тем не менее, это ты делал, а сейчас все-таки уже нет. Это, да, сейчас нет. Почему? Ну, не мой заплыв, не мой забег. Мы поговорим о тебе и о партии, если позволишь. Я согласен, что я лучший кандидат в президенты. И самый скромный, я добавлю от себя. Я бы на месте лидера оппозиции собрал бы всех этих активистов. Ребят, вот господин Рожко, он лучший кандидат от объединенной оппозиции. Тогда да. А так чего? А ты, вот я вот, я не проявляю никакой инициативы. Я просто говорю, что нужно было бы сделать для того, чтобы Рожко стал президентом. Я, честно говоря, не поняла бы в этом случае лидеров оппозиции, если бы они все вот именно так и сделали. Они хотят выиграть с Рожкой, пусть проигрывают со своими кандидатами.
жестко ты говоришь, ну, я думаю, ты все-таки еще и шутишь. Ты знаешь, для меня интрига в другом все-таки состоит на сегодняшний день, поддержишь ты меня тут или нет, но я скажу, это возможность самих, вероятность этих выборов. Вот смотри. Есть вот такое опасение. Опасение, да. Вот смотри, все сидели, значит, ждали, кого выдвинут демократа. Я в тот день сидела и внимательно наблюдала, кого выдвинут коммунисты, потому что они обещали. Они говорили вначале, что 27-го, потом, значит, 31-го должна была быть кандидатура. И тут на этом фоне появляется комментарий Рената Усатова, который говорит, что коммунисты обратятся в Конституционный суд, и они позже это подтверждают в отношении того, кто должен отменять голосование по Конституции. А вдруг все было сделано неправильно? И так оно и есть. Мы же знаем, и что так... решение Конституционного суда по изменению Конституции абсолютно нелегально, антиконституционно. Эти ребята должны сидеть в тюрьме просто-напросто. Как соучастники к узурпации государственной власти еще тогда, и за это решение тоже. Потому что, ну кто меняет Конституцию? Только парламент. Только парламент. И я тогда голосовал. Кстати, это была моя инициатива. К сожалению, меня не поддержали другие фракции, чтобы сделать окончательную реформу в пользу укрепления фигуры премьер-министра, правительства вообще. Так получилось, что выбираем президента в парламенте, по крайней мере, до сих пор, да. А компетенции оставались те же, что и при прошлом режиме, скажем, когда избирали прямым голосом. И основная ошибка была 61 голос. Я предлагал Воронину, кстати, можно об этом сказать? Владимир Николаевич, я вас приветствую. Я написал, и потом я опубликовал это, и мы делали круглые столы уже после 9-го года. Я написал инициативу по изменению Конституции, дал Воронину. Воронин дал один экземпляр и Марьяну Лупу, который забыл председателем, сказал, господин президент, ну скоро заканчивается мандат нынешнего парламента, и мандат, ваш мандат. Давайте мы все-таки отшлифуем таким образом конституционные нормы по избранию президента и формированию правительства, чтобы больше никогда не возникало, ну, тупиковых ситуаций, кризисных ситуаций. Почитал, почитал, встретились опять, говорит, Юрий, очень хорошее предложение, а давай мы проголосуем за это после 9-го года. К сожалению, ну, был упущен момент, я не хочу винить Воронина за это, но я считаю, что был упущен момент, потому что предложение было такого характера, за который бы просто стоя проголосовали бы с удовольствием все депутаты, потому что это не подкатывалось под какую-то партию. Да? Вот я тебе сейчас очень коротко. 61, да, первый тур. Мы можем сделать три тура. 61, 50 плюс 1 из общего числа, то есть по нынешней норме 51, раньше было 52. И в следующем, завершающем туре, 51 из 51, 26 депутатов. Достаточно. В то же время, если ты отдаешь часть компетенций от президента к правительству, все в порядке. И это не я придумал. Ну, когда делали реформу, мы думали о германской модели, о итальянской модели, о венгерской модели и так далее. Классических парламентских республик, да, где сильное правительство. Юра, ты, может, ты думал символические... об этом? Ты же знаешь, что тогда главная цель была это, чтобы... Скинуть Лучинского. Конечно. Ну, да, да, честно, вот так, даже правильно, не обращаясь к Владимиру Николаевичу, ну, скажем. Скинуть Лучинского, правильно, да. Потому что Лучинский хотел сделать себе банановую республику на вечные времена. И инстинкт самосохранения депутатов сработал. Кстати, я потом как-то в моей передаче господину Лучинскому говорил, что тогда все-таки он был прав. Его как персона я опасался в должности президента с большими компетенциями. Но получилось, что в Республике Молдова не очень-то идет парламентская модель, потому что это становится криминальными корпорациями и так далее. Нужен сильный лидер, отец нации, который просто всех приструнит и будет законным образом закручивать гайки с тем, чтобы это было нормальное правовое государство, чтобы все было на мази, так сказать. Ну вот в пользу твоей версии говорит тот факт, что когда Воронин стал так называемый парламентской, да, вроде бы уже. Ну это не благодаря компетенциям, это благодаря личности. Сильной личности. Вот. Потому что это был сильный лидер, это был авторитетный лидер. Абсолютно верно. Все зависит от того, кто будет у власти, кто его поддерживает, сколько человек. С Тимофтевым его, конечно, не сравнишь. Да, вот здесь соглашусь. Да, сейчас после Тимофти любой будет лучше, представляешь? Неважно, кто выиграет, все равно на фоне Тимофти будет казаться вменяемым человеком. Ты думаешь? Ну, а как же? Ну, посмотрим.
дай бог, чтобы ты оказался прав, чтобы победил человек действительно достойный, потому что на фоне всех этих фальсификаций на самом деле уже о разном думаешь. А думается еще и в самом деле о том, как поведет себя, каков будет международный фактор вот в этих выборах, да? Уже какие выборы по счету Да-да-да. У нас будут все-таки, как бы ни говорили, да, евроинтеграция, какие бы лозунги ни придумали, все равно будет править бал геополитика. Ну да, кандидаты будут приходить, да, и говорить именно об этих вещах. Как себя будут вести Европа, Соединенные Штаты и Россия? Ну, Европа будет подыгрывать Соединенным Штатам, как обычно, вот в нашем регионе в таких случаях. Угу. Соединенные Штаты находятся, все знаем, в жесткой конфронтации с Российской Федерацией, поэтому попытаются протащить своего человека в президенты любой ценой, даже ценой фальсификации Плохотнюка. И, может быть, это будет гарантией сохранения его денег, которые хранятся на Западе, и которые американцы могут в один прекрасный момент забрать. И он это прекрасно знает. Поэтому им нужен такой шантажируемый персонаж, который будет выполнять указания с Вашингтона и сохранять свои богатства, которые он имеет на Западе. А Россию? Ну, по крайней мере, многие подумывают, что Россия ставит на Дадона и на партию Рената Русатова. Я так не считаю. Я считаю, что... Не только не считаю, я так вижу, насколько я информирован. Много я, конечно, не знаю, но все равно. Я думаю, что у этих ребят есть хорошие связи в Москве. Есть довольно четкая пророссийская ориентация, что Россия – это партнер, а не враг. Не обязательно там шестерки России, да, что Россия – это партнер. Mm-hmm. Тут, конечно, они правы. Но я не думаю, что это там в Кремле, вот Путин прямо не спит ночами. Давай будет там Дадон и кто-то другой. Мне кажется, что они должны будут своими силами. По крайней мере, пока что я вижу. Но, наверное, в выборах будет уже более-менее заметно. По крайней мере, по центральным телеканалам, телеканалам России, будут ли они пиарить кандидатов или нет. Ну, пока я вижу, говорят. По крайней мере, о Дадоне очень часто вижу сюжеты. Mm-hmm. Ну, кстати, прекрасно, все играют. Кстати, да. Все играют. Знаешь, что меня больше всего беспокоит? Меня беспокоит тот факт, что люди и справа, и слева, может быть, недостаточно понимают того, что наши внешние партнеры, крупные геополитические игроки, не всегда понимают наших проблем. То есть мы должны идти с нашим видением в эти столицы и говорить: ребят, вот что нужно Республике Молдова, это, давайте договариваться. Я очень опасаюсь, что ребята, которые ездят в Москву или в Вашингтон, там обещают с полкороба, да, а став начальниками, не смогут выполнить обещания, это может обернуться бедой для Республики Молдова. Ну, знаешь, в Москве, по крайней мере, точно привыкшие к тому, что... Их кидают. Ты знаешь, не знаю, говорят, что как раз вот почему поверили Дадону, потому что поверили, что не Киев. Я слышала такую версию. По крайней мере, в разговоре с Путиным. К сожалению, я не вхож в президентуру Российской Федерации и в службы тоже. Я тебе скажу тоже. Я тоже в Кремле меня не принимаю. Да. Так сказать, да. Вот смотри, ты говоришь, что Плохотнюк там проамериканский получается. Нет, да? Не проамериканский, ну, он под американской крышей что? Пока. Да, да. Поэтому он сейчас шестерит на американцев, чтобы выжить и чтобы не сесть в тюрьму, как Слава Платон или как Филат и так далее. Мы поговорим о Славе Платоне. Вот сейчас, ну вот смотри, стали происходить все-таки, на мой взгляд, удивительные вещи. Я сейчас говорю о заявлениях посла Соединенных Штатов в Республике Молдова. Ну вот это вот заявление о том, что Молдова – это не Румыния, да? Угу. Открыл Америку, что это два субъекта международных права. Да. Я очень удивился. И что объединение не решит наших проблем. Вот прямой текст. Это правильно, только по моему глубокому убеждению, посол Соединенных Штатов, как и посол Евросоюза, должны прекратить давать ценные указания молдавскому народу. И вообще, что это за мода? Мы что, банановая республика Соединенных Штатов? Вот почему? Сейчас ты меня удивляешь, Юр. Ну, знаешь, почему? Вот представь себе, что это делает российский посол или китайский. Вышел и сказал: ребят, а нужно так, так, так. Дипломат, находящийся в нашей стране, должен скромно следить за тем, что происходит в этой стране, и писать бумажки в центр, в Госдеп. Все.
Вот то, это очень сейчас, важно. Вот то, что ты сейчас говоришь, очень наверняка понравилось бы Михаилу Федоровичу ГИМФу. Да не об этом дело, подожди. Нет, ну, я тебе объясню, Юр. Мы очень пассионарно подходим к заявлению посредственного посла, которого нет никаких причин уважать. Я очень удивился, что наши антирумынские молдавинисты стали хлопать американцу в ладоши, а румынофилы стали в него плевать. Серьезный политик должен вообще не обратить внимания на это заявление и сказать: ребят, а какое дело послу, кто его спрашивает, у нас много посольств, да, это крупная держава, мировой жандарм, но, пожалуйста, молчите в тряпочку того, что касается настоящее будущее Республики Молдова. Это наше дело. Юра, ты же не столь наивен, что ты не можешь понять такую вещь, что тот, кто платит деньги, тот заказывает музыку. Люди, которые участвуют в финансировании, да, и в выживании проекта Республики Молдова, считают, что они имеют право сказать, как они видят ее будущее. Разве нет? Нет, они не в финансировании выживания, они... Ну как же, мы же кричат все, что мы без денег. Ну придурки кричат. Мы придурки, же без денег что... Запада, без денег Штатов, мы умрем. Ну потому что придурки и подлецы и все, а не потому что Республика Молдова, граждане нашей страны могут себе заработать на жизнь, и мы не можем стать успешной экономикой, просто... Это другой вопрос. Но нет видения, нет желания. Мы же просим у них бесконечно мы эти не просим, деньги. Они просят. Власть просит. Ну не знаю, есть ли время, я бы тебе час рассказывал, только цитируя западных или американских авторов, самых солидных экономистов, uh-huh. которые объясняют, что там, где работает МВФ, всегда экономическая катастрофа. Без исключения. Я даже знаю пример. На всей истории, во всей истории, послевоенной истории деятельности МВФ, одна и та же картина. Что в Латинской Америке, что в Азии, что в Африке, что в посткоммунистическом пространстве. И мы должны это понять. Это оружие массового уничтожения колониальных стран. И все. И порабощение, экономического и политического порабощения. Нужно понимать. Это нужно и серьезный, лидер страны будет сказать: ребят, сколько я вам должен, столько? А давай мы сделаем racial nation, да, вот, и мы вернем все. Нет, вы дадите все. Пошел к другому, взял долг, на, забирай, и больше ко мне не приходи. Так могут рассуждать те, которые уверены в том, что они пришли всерьез и надолго. А те, которые сидят и боятся, да, понимаешь? Сделать что-то для страны, а не для себя. Абсолютно точно, да. Вот они сидят и думают, надо как-то закрыть эти дыры. Ну и потом рассказывают, что без МВФ с нами никто, без сигналов, да, международной общественности, что мы такие вот якобы финансово, да, не совсем уж несостоятельные. Но... Можно я вернусь к этому вопросу? Вот я говорил с одной дамой из Румынии, сейчас есть большое, книжная выставка, да, или как это сказать? Букфест. Букфест, да. Вчера открылась. Да, да. Я говорил, вот ты знаешь, вот ситуация, это очень серьезный издатель и так далее. Так сложилось исторически, что с точки зрения этносоциологической мы один народ, да? Мы говорим на одном языке, у нас одно прошлое, но общества разные. Нация – это искусственный конструкт. 19 века придумали французы, французская революция и так далее. Все сейчас говорят нация. Нет. Когда мы говорим о том, что мы говорим на одном языке и так далее, называйте его как хотите, другой вопрос. Но общества разные и страны разные. Это и не хорошо, и не плохо. Это значит, что мы лучше, а не хуже. Или наоборот. Это просто разные страны. Это раз. Разные общества два. И три, это я действительно уверен в том, что мы можем и должны самоуправляться. Как успешное общество. Ну, должны. Здесь ключевое слово «должны». Ну, правильно. Ну, вот, тебе кажется, если, что 25 лет – ты вернулся к этому, я вернусь сейчас к американцам в отношении того, что сказал американский. Я думаю, они боятся. Да. В отношении того, что сказал американский посол. Вот есть такая точка зрения, что это результат все-таки договоренности русских и американцев. Мы не можем исключать этого. Да, ведь не зря же встречается Лавров с Керри. Не, мы не можем исключать этого. Может быть, достигли по Молдове они какого-то соглашения? Смотри, мы обиделись, что без них, знаешь, да? Они сказали, как так, без нас? Не, ну пока это разговоры, когда крупные игроки собираются, то они не обязательно там малые страны звать. Не, ну смотри, на другой день заявление посла. Я тебе напомню про другое. Это важно. Заявление посла Соединенных Штатов о том, что Молдова в скором будущем, она улучшит свои отношения с Россией, да, и она должна об этом думать. И тут Перераздел сфер влияния. Да, возможно. Думаю, да. Возможно, я этого не могу исключать, но
С другой стороны, ну дай бог, чтобы они лучше договаривались, чем воевали, да. Атомными бомбами закидывали бы друг друга, и, да. Ну, во-первых, я хочу напомнить две детали. Очень интересные, и без американцев этого не произошло. Я, честно говоря, в 97-м упустил это дело. Потому что в 97-м Румыния и Болгария стали членами НАТО. По уставу НАТО страны, входящие в этот альянс, должны подписать базовые пограничные договора со всеми соседствующими странами. А с нами не подписали. Мы даже этого не заметили тогда. Ну, как кричали, по-моему. Нет, тогда не было. Вот тогда можно подписать. Это как-то мы упустили это дело. А потом я долго допытывался, включительно в беседах, частных беседах с Басеско, он все обижался, косился на меня так. Ну, почему мы не подписываем? Если они до сих пор не подписали базовый и пограничный договор, и пограничный договор, значит, американцы им позволяют, потому что нет такого свободного субъекта международного права, как Румыния. Это колония Соединенных Штатов. И это говорят самые значимые интеллектуалы Румынии. Это нужно понять, что произошел жестокий, может, самый крутой процесс десуверенизации этой страны из всех посткоммунистических стран. Вот смотрите, как Венгрия держится. Ну, критикуют их американцы и европейцы. Держатся, ребята. Защищают свой рынок, защищают свою независимость. Им выгодно, они едут в Россию и так далее. Поляки стараются, чехи стараются. А наши соседи или братья, ну, сыграли в поддавки. Так получилось. И народ виноват. Вот такие люди попали наверх. Что делать? Давай поговорим сейчас о громком деле, которое сейчас у всех на устах. Это тоже начал частично об этом говорить. Я сейчас говорю о задержании Платона. Угу. Ну вот смотри, на первый взгляд, пока вот власть, я не понимаю, какие-то дивиденды они пытаются наверняка с этого срубить, но пока я вижу, что они проигрывают, потому что Платон не Филат. Если ты видел, да, сцены в суде, там Платон, он наоборот, он журналист, он говорит, вопросы, любые вопросы, он говорит, он пишет, да, он же записку там написал, и что он говорит людям? Он на каждом суде говорит, во всем виноват Плохотнюк, это он украл, хочет спихнуть на меня. Не, ну он может говорить все, что угодно. И идет вот каждый день новостная такая, вот знаешь. Да, ну смотри, я не думаю, что Плохотнюк и его окружение настолько глупы, чтобы брать такую крупную птицу, не имея расписанного сценария до последнего элемента, то есть до посадки его в тюрьмы на долгие-долгие времена. Я думаю, что этот парень заслуживает, потому что, по моему разумению, ну, парень, конечно, крутой, там, нашухарил он и в Москве, и в Киеве, и в Молдове, и так далее. Ну, профессиональный райдер. Так что пока я думаю, что американцы используют Плохотнюка для зачистки всех криминальных структур, основных финансовых схем и так далее. А последним будет он. То есть ты солидарен с теми, кто говорит, что в Соединенных Штатах все-таки есть уголовное дело? Нет. Я говорю, что они не делают это из нравственных, из моральных соображений. Нет. Ну, нужно понимать. Так никто не думает. Нужно понимать, почему они стали мочить, это происходило и в Польше, и в Румынии, и так далее, стали мочить важных политиков, связанных с крупным черным бизнесом. Или просто бизнесменов, которые могут влиять на политику. Очень крутых, да? По определению в нашем пространстве, да, очень богатенькие люди, это люди, ну, наворовавшие свое богатство. Поэтому они не уничтожают все, что можно, все центры влияния такого рода, и находят вот куколок вроде Майя Санду, да, вот. Ну, она единственная пока кандидат, женщина должна не обижая на ее, да. Кухне заниматься, ну, своим вот делом. Вот сейчас ты будешь еще все эти глупости повторять, что, знаешь, босая, беременная на кухне, да? Нет, другое дело, антифеминист. Ты великомужской шовинист. Да. Но не в этом дело. И бывают исключения, но это не случай Санду. Я просто пример привожу. Да? Люди, которые ничем не связаны с этой страной, или с другой страной в нашем пространстве, или в Африке, где угодно, да? которых парашютируют сюда, сажают на должность, дают ценные указания, они не будут брать взятки, у них достаточно денег, их подпитывают финансово. Да? Им не нужны миллионы, они на всю жизнь обеспечены довольно высоким уровнем жизни. Поэтому им нужны игроки, как Филат, там, как Плохотнюк, как Платон, которые сами рулят и тут, и там, и в Приднестровье надо, в Москве надо, там, в Бухаресте связи. Зачем? Нужно всех этих уничтожить и поставить просто куколок, которых не имеет никакого влияния. И не дай бог, это будут нормальные, естественные, органические лидеры, которые
поднимаются за счет того, что народ их поддерживает. А у этих куколок разве есть такие прямо шансы? Я сейчас говорю и о Майе Санду. Ну, смотри, сейчас мы не знаем. Сейчас мы не знаем, как сыграет... Слушай, мы часто упоминаем этого нехорошего человека, Плохотнюк. Но дело-то в том, что мы же голосуем в совсем других условиях, чем несколько десятилетий назад. Ну, пиар-технологии – это новое дело, да, и все равно, что продаешь там вот эту, не знаю, этот стаканчик там, или зубную пасту, или ботинки, или кандидата. Политический маркетинг и пиар тот же, та же технология. Слушай, как, ну вот я думаю, смотри, у Лупу от 3 до 5%, это ж сколько надо, по твоим, судя, да, значит, размышлениям, это ж сколько надо нарисовать? Это говорит только о том, что у Плохотнюка есть много денег, но нет ума. Как контролировать все институты государственной власти, финансовые потоки, он знает. А как нанять хороших ребят, которые сделают из, сама понимаешь, чего конфетку, это другое дело. Подеста. Да. То есть, видимо, кто-то там его просто лапшу ему на уши вешает, и из Марьяна можно сделать чемпиона. Даже если он совсем даже не подготовлен как политик, совсем не оратор. Да. Единственное достоинство – это рост и очки. Вот если следовать твоей логике по поводу зачистки, ты говоришь, вот последним пойдет Плохотнюк, а кто после Платона пойдет в цепочке еще? Предположим. Ну, а значимых таких я не вижу. Значимых. Таких, которые были бы полукриминальными элементами. По крайней мере, такого размера, скажем так. Ну хорошо, вот ты отвергаешь эту идею того, что в Соединенных Штатах может быть действительно там заведено уголовное дело по поводу, да, кражи, значит, нет, миллиарда. Не, и вот смотри, последние новости, да, вот последние новости, которые их оппозиционные лидеры, значит, нам передали, не знаю. Они говорят о том, что вот чуть ли не дело дойдет, что в сентябре и Ералова, и Плохотнюка по этому делу арестуют. Ну. Кто арестует? Американцы. Американцы не могут, значит, это не исключено. Ну, там как бы якобы там такая хитрая, смотрите, схема, что включены американские налогоплательщики равно, в эти деньги. Все равно задержание будет происходить при прямом действии, скажем так, молдавских властей. Центр по борьбе, прокуратура и так далее. А если не на нашей территории, поедут люди себе туда? А, ну тогда да, тогда да. Ну вот видишь, тогда то есть варианты возможны, мне кажется, что их да, несколько. Да, но все равно эти ребята недолгожители, это понятно, что они не поняли сути международной игры, и это огромное накопление денег только погубит это все. Господь накажет не только американцев. То есть ты уверен, что рано или поздно вся, ну, эта система обязательно рухнет? И тут же возникает другой вопрос, кто придет на смену? В этом вакууме американцы, я уже повторюсь, готовят своих ставленников, абсолютно безвольных, да, абсолютно беспринципных, никаким образом даже сентиментально не связанных с собственным народом, абсолютно циничных, которые просто как роботы тупо будут выполнять указания. Например, воевать с Россией, там, я не знаю, геополитически плеваться в сторону России, да, в ущерб наших национальных интересов, там, накапливать долги в МВФ, там, выполнять все... То есть быть зависимым. Абсолютно, да. То есть процесс десуверенизации, чтобы был завершен успешно, да, чтобы не оставалось никакого сомнения, что власть полностью подконтрольна. Ну хорошо, вот смотри, раз ты уже пошел по флангам, мне тоже это интересно у тебя было бы узнать, вот на правом фланге, ты знаешь, что Анна Гуцу тоже изъявила желание стать кандидатом? Имеет право, ты же феминистка, значит, имеет право. Даже независимо от того, феминистка я или нет, я пока вот все по закону, да, если соберет имеет подписи. Имеет право, почему нет, никаких проблем. Ну смотри, многое будет на правом фланге. И как-то они все время вот говорили, левые как-то в этом плане честнее. Они, знаешь, говорили, да-да, мы вот соберемся, у нас будет, мы поговорим по поводу кандидата. А правые те же говорили, вот-вот, нет, ну вот это завтра. Естественно, что делать, но... Вообще демократическая система во многом стимулирует тщеславие, да, стимулирует гордыню, навязчивую идею собственной значимости. Поэтому люди с не очень уравновешенной психикой или с очень хорошим мнением о себе рвутся в бой. Потому что они уверены, что они лучшие,
что они обязательно... Ну, каждый из них искренне считает, что он... Да, да, да. Это такой синдром, что все. Поэтому потом, ну, блаженство появится в телевизоре там или пойти на какой-то митинг, где тебе будут аплодировать. Почему не договорились с Майя Сандус на Стас? Именно потому, что они каждый видит только ну, себя? Ну, конечно. Ну, конечно. А почему им не... А почему... Почему четко им, вот если судить твоей логике, вот те же американцы не сказали, так, ребята... А может, сказали, они нам во второй тур, да, позволяют себе ну, такое? Ну, почему нет? Там же эти крутые ребята, которые сидят во Франкфурте, братья Цопа. Ну, столько денег вбухали в это телевидение их, в этого Андрея Анастасии. Чего вдруг они все эти вот свои затраты должны почему-то поднимать эту дамочку? Причем эта дамочка? Откуда вообще взялась парашютистка-то? Ну, Андрюша там бегал по улицам, делал митинги со своими сторонниками, чего-то там пыхтел, ходил по всем районам. Имеет право сделать себе партию и все такое. Раз появилась эта экстратерестра, да? С Луны свалилась, раз. Правильно, что не поддержали, в этом отношении правильно. Потому хорошо. Что я могу и я отношусь довольно скептически к этому политическому проекту, поскольку это основывается на грязных деньгах. Но Андрей Анастасий и ряд других господ из этой партии, я думаю, что у них самые светлые помыслы. Знают ли они, как рулить страной, это другое дело. Мне кажется, что нет. Но то, что они как-то привязаны к этой земле, они неравнодушны, точно. Другое дело, что я говорил, отсутствие видения – это большая, большая беда. Давай поговорим о левых. Вот там... В прямом или в переносном смысле? В прямом. Ага. Вот смотри, на сегодняшний день все опросы показывают, что Игорь Дадон, ну, наверняка, мне интересно все-таки коммунисты, как себя поведут. То есть я так предполагаю, что если выдвинут кандидатуру, то будет только с целью того, чтобы отобрать голоса на левом фланге. Чубашенко появился, да, журналист. Дима, да, наш коллега по цеху. Вот что ты думаешь, насколько они договорибельны, если можно так сказать, между собой? Ну... А то знаешь, как у нас, прости, перебью, у нас очень часто люди бьют своих по флангу, знаешь? Ну, конечно, конечно, потому что зависть и так далее. Да. Ну, понятно, по всем опросам, и это не только по опросам, видно вообще состояние в обществе, что Игорь является самым, ну, рейтинговым кандидатом, первым, да, безусловно. И поэтому он основная мишень своих врагов, оппонентов. В него будут стрелять из всех рогаток, будут подножки ставить и так далее. Я с ним говорил как-то, Игорь, даже в моей передаче, ты понимаешь, на что ты идешь, что это дело опасное. Говорю, да, я говорил со своей женой, я очень ответственно ответил. Мне понравилось, куда ответить. Я говорю, Игорь, ну смотри, это дело серьезное. Я, дядя проходил эти этапы, знаю, насколько это круто, когда тебя начинают запугивать, у него дети и так далее. Мама, это не просто. С собой рискнуть просто, а рискнуть своими близкими очень трудно. Если он действительно решился идти на эту схватку, ну, решился, то, ну, конечно, уже то это очень сложное дело. Да. Да, это очень сложное дело. И он должен быть сейчас настолько активен, у него команда, что действительно оторваться на километр от всех в этой гонке. Иначе подсечку в последний момент сделают. Ну, вот смотри, он предложил этот пакт, а не нападение, да, левым? Ну, это верно. Я думаю, что было бы вернее, чтобы всем оппозиционным партиям, все имеют только одну цель – власть. Все, скинуть власть и говорить свою платформу. Если будут между собой, конечно, это будет немножко не то. Ну, правильно, мне кажется, что разумное предложение. Всегда перед выборами пытаются договориться. Всегда, да, говорят, вот. Да. Давай. И подписывали даже у нас. Я не знаю, ну, если Рената, ты ставил если хочешь мое мнение, почему Ренату Дмитрия предложил. Ну, у Рената большая партия. Он быстренько, самый успешный такой скоропостижный проект, там за год или два, он довольно сильный успех имеет, если судить по последним местным выборам, да. Но ему не с руки с первого тура поддерживать Дадона. Он боится растерять свой электорат, чтобы Дадон и партия социалистов не всосала в себя эти голоса, и чтобы люди уже начали привыкать голосовать за эту партию, за этого кандидата. То и так есть далее. Ты полагаешь, это просто раскрутка партии, это, да? Это просто консолидация, мне кажется, что это консолидация электората нашей партии. И я не говорю, что хорошо ли это и плохо, но я думаю, что это основной мотив, почему они пошли отдельно, они с Игорем вместе, и выбрали Дмитрия. Но у Дмитрия будет проблема. Мы его знаем много лет, я с ним учился и так далее. Он хороший парень, он очень хорошо пишет.
Но ведь тут нужно и говорить. Он довольно стеснительный. Он довольно скованный. Он ходит на телепередачи, мы видим. У меня был. И у меня был. Да, он интересный собеседник. Но ему будет трудно полемизировать, парировать. Только на Фейсбуке не выйдешь. И нужна серьезная аргументация. То есть, да, люди, конечно, голосуют иногда больше сентиментально, эмоционально, конечно. Но тут нужно лихо жонглировать примерами, цифрами, понимать детально, как функционирует государственная машина и так далее. Я думаю, что у него будут определенные сложности. Конечно, может помочь имидж Ренату. И вот этот вот административный ресурс, в хорошем смысле слова, там у меня свой примар, свои советники и так далее. Эти ребята, конечно, имеют вес там в этих регионах и, наверное, будут всячески помогать своему кандидату, безусловно. Поэтому я предполагаю, скорее всего, что Дмитрий и партия Ренатова Усатова во втором туре поддержат Игоря. Поддержат, я считаешь? Так считаю. А иначе как? Иначе было бы как-то... А кого? По крайней мере, он это обещал. Он уже об этом сделал заявление. И все-таки хочется спросить о Юрия Лянка, который хочет стать, наверное, просто президентом после того, как он был просто премьером. Да-да, и просто подписал одну бумажку, да? Да, ну по миллиардам. Так он объясняет. Ты как считаешь его шансы? Лузер. Он врожденный лузер. Он... Ну, Воронин молодец, тут он его характеризовал великолепно, я сейчас не буду его цитировать, не помню все детали, но это абсолютно бесхребетный, инфантильный парень, который никогда не повзрослеет даже интеллектуально, он может еще знать еще 20 языков, это не делает из него государственную фигуру. Это абсолютно бесхребетное существо, абсолютно безвольное, поэтому столь симпатизируемое на Западе. Да, он такой же, как он, как они, вот такие вот недоношенные, извините за выражение, да? Не будет ему успеха на выборах. Да? Но, видимо, кто-то ему приказал, скорее всего, Плохотнюк, тоже еще. Для того, чтобы отбирать голоса? Отбирать голоса у кого надо, и все. Ну, мы даже можем предположить, у кого, судя так, по ну, логике. Ну, подумай, ну почему Филат сидит, а этот нет? Я не слышал, чтобы вызывали в прокуратуру, чтобы были там шумные заявления наших прокуроров, ну, этой дамочки. Ну, он же подписал соглашение о сотрудничестве, ну, да, с правящей коалицией. Ну, до этого он подписал решение правительства секретное, да? Да, было такое дело. Так понятно, что он шестерит на Плохотнюка, и поэтому сейчас идет в роли шестерки под видом евроинтегратора. Мы обо всех с тобой поговорили. Ну, да. Ты всех раскритиковал практически. Ну, так, слегка. Ну, давай о тебе теперь поговорим. Это правильно, вот это интересная тема. Очень. Не только в радужных тонах. Ну, извини, уж как получится. Хорошо, да. Мне вот самое интересно, вот смотри, ты вроде как действительно сделал несколько попыток вернуться в активную политику, но сейчас, судя по твоим словам, такого рвения я не наблюдаю. Вот какие у тебя планы в дальнейшем? Помнишь фильм «Место встречи изменить нельзя»? Ну, конечно, что говорил Горбатый? Сакраментальная реплика. В нашем деле главное выбрать место и выждать время. Да. Это как на боксе. Я бывший боксер. Надо подождать момент, когда можно твоего соперника просто хорошо ударить в челюсть. Юра, да. Ты ждешь. Ну, конечно. Ты сидишь и ждешь, я чтобы вернуться в активность в политику. Я помню свою статью 9-го года. Да. Я достаточно свежо мыслю, я достаточно реалистично смотрю на то, что происходит. Мне интересно, что происходит. Я не устал. Но я понимаю, что пока местов в троллейбусе нету. Да? И ну, здесь при зависит удобном... от того, знаешь, здесь зависит от того, какой ты фланг себе будешь выбирать. Ну, смотри, я не выбираю фланги, потому что я из этих станишек вырос. А ты хочешь, чтобы тебя любили? Я не хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы меня любили женщины. И прорумынские. Я хочу, чтобы меня любили женщины, и чтобы за меня голосовали как можно больше граждан Республики Молдова. Не, ну вот я задала вопрос, мне кажется, он имеет право на жизнь. То есть да. Ты говоришь, что ты ждешь, но у нас ведь как электорат поделен. Ну, воспитывают его, говорят, что не нужно так вот по отношению к тому. Ну да, а тем не менее, да. Все равно. У каждого свои заморочки. Ты должен, да. По идее, по логике вещей, ждать какой-то фланг, чтобы освободить. Знаешь, как долго ждали, пока от коммунистов освободиться, помнишь? Ну да, да, да. Ну вот ты как? Ну, ситуация очень проста. Во-первых, у меня нет внутреннего напряжения или волнения, поэтому буду стать начальником. Я могу, помнишь, ты спрашивала меня, хотите ли вы? Я говорю, не хочу, но если надо, я могу. Я знаю, что я умею, не в этом дело. Но сейчас другие политические проекты модны. И все. Высоцкий поет, там все места блатные расхватали. Да, вот примерно такая вот ситуация. Блатные расхватали заметные политические места, имея достаточно ресурсов всякого рода, быть пока
ну, успешными, да? Ну и ничего, нормально. В чем ты ошибся, Юра? Ни в чем. Во многих я ошибался в вещах, ни в чем. Если ты спрашиваешь, правильно я голосовал за Воронина, да? Нет, мне вообще просто вот ты пришел к этой ситуации, ты наверняка каждый день задаешь, ну, себе, смотри, какой-то это... вопрос, если честно. Я, нет, так считаю. Я не так переживаю, у меня достаточно бурная жизнь. Да, мне есть чем заниматься и так далее. Ну, женщины любят. Ну, не жаловались. Не жаловались. Да. Я возвращаюсь к этому 5-му году. Только дураки не поняли, что ответственный политик, когда появляется кризисный момент, решает в пользу страны, а не в пользу собственного имиджа. И тут капкан, в который попадают большинство демократических политиков, которые заботятся только о том, как бы сплясать перед публикой для того, чтобы завоевать как можно голосов. Это все равно, что упрекать солдата, который пошел на фронт, и его убили или ранили. Чего дурак не спрятался за юбкой жены там, или под кроватью, когда тебя там искали на призыв? Иногда нужно рискнуть собственным имиджем, а для политика это опасно. И все, я это сделал, я не сожалею об этом нисколько. Не я ошибся, люди не поняли, это разные вещи. Это хорошо, что ты так уверен в том, что ты делаешь, да, и потом об этом не сожалеешь. Нет, я просто знаю, я не буду сейчас забирать у тебя время, я просто знаю, что готовилось к 5-му году после выборов, то, что произошло в 9-м, 7 апреля. Поэтому я всегда говорил, что 4 апреля 5-го года все-таки более светлая страница в нашей недавней истории, чем 7 апреля 9-го года. Завершаю нашу программу и хочу сказать, что, на мой взгляд, тебя отличало то, что ты способен на поступки. Знаешь, как политик, когда делает эти вещи, это уже мое пожелание, то главное, наверное, делать это так, чтобы люди тебе верили, да, электорат. Вот, на мой взгляд, твоя проблема в том, что тебе все-таки не поверили. Нет. Но это другое. Ну как нет? Есть одна минутка? Просто меня заказали. От меня лично. Просто меня заказали, потому что, да, я был самой яркой оппозиционной фигурой до 5-го года. Но многие забыли о том, что за Воронина голосовала почти вся, весь парламент, да, там, за исключением там нескольких, там, Гурякян, так далее, да. Голосовала. Никто не заметил там, никто не заметил этих ребят. Зато меня вырезали из общей картинки, да, и 4 года мочили каждый день по всем дежурным каналам, теле, радио и газетам. Да? Ну, потому что никто не ставил палатки и не портил так жизнь власти, как это делал ты. И сколько, ну, я знал, было сказано, так, понимаешь? Да. Так что я поэтому... совсем поэтому, так да. Нужно было, и все. Да. Я благодарю тебя за эту беседу. Люблю тебя приглашать к Спасибо. Себе в эфир, потому Спасибо. Что получаются яркие, на самом деле, Спасибо. Программы. Желаю тебе удачи. Буду Спасибо. Следить внимательно. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.